В Ульяновской области подписали соглашение о развитии конгрессно-выставочной деятельности и делового туризма. Документ подписали фонд «Росконгресс», корпорация «Кошелев», представители Самарской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. Это для нас хороший толчок в развитии конгрессного туризма, делового туризма. Вы знаете, что для Ульяновской области всегда деловой туризм был коньком. Это более 60% всего туризма, всего туриста, который приезжает в Ульяновскую область, это как раз деловой турист. И, конечно же, с вводом в эксплуатацию подобной инфраструктуры мы более 2500 человек можем привлекать на деловые мероприятия. Далее на площадке прошло награждение лучших работников торговли. Эта сфера дает работу более чем 85 тысячам жителей региона. Благодаря ежедневному труду предпринимателей и всех работников торговли, каждый житель имеет доступ к самым необходимым для жизни товарам. Алексей Русских поздравил выдающихся продавцов и предпринимателей с профессиональным праздником. Региональная власть неизменно поддерживает отрасль торговли, создает благоприятные инвестиционные условия для формирования более совершенной системы торговых услуг. С этой целью мы успешно реализуем стратегию развития торговли в Ульяновской области до 2030 года. И я убежден, что в скором времени показатели работы торговой отрасли региона будут значительно улучшены. Губернатор пожелал сотрудникам сферы торговли крепкого здоровья и душевного тепла, а также вручил заслуженные награды – медали, дипломы, грамоты и цветы. Генеральный директор акционерного общества «Гулливер» Елена Сорокина более 45 лет работает в торговле. За успешную плодотворную деятельность ее удостоили высшей награды отрасли – почетный работник торговли Российской Федерации. Мы делаем этот мир лучше. В наших магазинах люди встречаются, общаются, дают нам эти инициативы полезные, которые мы потом притворяем в жизнь. И вообще товар сближает человека с человеком. Вот. Конечно, праздник такой значимый для меня, потому что вот я удостоена почетного звания, почетный работник торговли Российской Федерации. Для меня это, конечно, большая награда. Галина Самочкина 9 лет работает в супермаркете «Лента». Женщина прошла путь от продавца-кассира до заместителя руководителя секции отдела «Домашний интерьер». Да, мне нравится моя работа, она приносит мне удовольствие. Мне нравится, что от нас уходят с большим удовлетворением наши покупатели и приходят снова. В 2022 году оборот розничной торговли в регионе на душу населения составил более 82 миллионов рублей. Хорошие результаты показывает дистанционная торговля. В 2021 году ее оборот составил 4,5 миллиона рублей, что превысило показатели 2020 года на 47%. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.